Значит, с кофе все очень просто. Значит, кофейное зерно, как и зерно злаковых, имеет два участка. Наружное, вот, рисую наружную, и внутреннюю оболочку, да? Значит, когда кофейное зерно растет, в нем набираются два алкалоида. Снаружи, в наружной оболочке, находится алкалоид кофеин. А во внутренней оболочке, вот здесь, находится алкалоид теобрамин. Если мы варим кофе из цельного зерна, необработанного, помолотого, и завариваем из него напиток, то в растворе у нас находятся оба алкалоида. Кофеин начинает действовать сразу и действует 20-25 минут. Его эффекты очень просты. Он суживает сосуды, кофеин, суживает сосуды всех органов, кроме почек. Сосуды почек он, наоборот, расширяет. То есть были сужены, расширяют. Пишем. Сосуды почек наоборот. Поэтому во всех органах повышается артериальное давление и улучшается кровоток в почках. Почки начинают лучше кровоснабжаться, человек идет мочиться. Белой прозрачной мочой, как вода. Через 25 минут эффект кофеина проходит, а эффект теобрамина медленный. Теобрамин начинает действовать через 25 минут. И все эффекты теобрамина наоборот. Теобрамин расширяет все сосуды, а почечные сужает. Поэтому на кофеиновом рефлексе давление повышается и улучшается почечный кровоток. Во время эффекта теобрамина сосуды расширяются, системное давление понижается, а почечный кровоток ухудшается. Человек начинает чувствовать небольшие тянущие явления в почках. Поэтому в правильных, грамотных местах вместе с чашечкой кофе всегда приносят стакан чистой воды. И поэтому приличная кофейня отличается от неприличной тем, что приличные всегда приносят воду, а в неприличной только кофе. Вот. И поэтому, когда вы выпили чашечку кофе и сидите, разговариваете, общаетесь, никуда не торопитесь, примерно за 20 минут у вас эта чашка кофе всасывается и делается, потом вы выпиваете стакан воды и профилактируете фазу нарушения водно-солевого обмена. Не позволяете почкам впасть в состояние нарушения кровотока. Понятно, да? Значит, теперь что происходит в реале? Это мы проговорили про зерновой кофе. Когда из кофе начинают добывать самую ценную кофеиновую фракцию, слущивают наружную оболочку зерна, и эта часть уходит на медицинские препараты, кофеин содержащие, да, такие как цитрамон, аскофен, прочие вещи, всякие энерджайзерные напитки, ныне популярные, да? А вот внутренняя оболочка зерна идет на производство растворимого и гранулированного кофе. Растворимого и гранулированного кофе, внутренняя оболочка зерна. Поэтому американцы уже 10 лет не могут пробить закон, писать на всех гранулированных банках кофе без кофеина. Некоторые производители пишут, такие как Якобс, у них есть синяя баночка, они пишут кофе без кофеина. Но фактически любой гранулированный или растворимый кофе содержит кофеиновые фракции всего 5-10%. Поэтому, как правило, с него никакого бодряка вы не ощущаете, давление не повышается, а после этого кофе хочется спать. Замечали? Замечали. Поэтому я пью кофе растворимый в вечернее время, ближе к ночи, и чем ближе к ночи, тем крепче, и тем больше фруктозки туда кладу, чтобы хорошо спать и больше молока наливать. Кофеиновый эффект мы получаем только с цельнозернового кофе, но после него вы должны быть готовы обязательно к теобраминовой фазе. Всегда. Через 25 минут она наступает у любого сорта, неважно какого он качества. Чуть дольше некоторые сорта до 30 минут, но после 30 вы однозначно получите теобраминовую стадию. Теобраминовая, ну, длится долго, где-то в течение часа. Ну, вы можете протестировать, то есть выпейте этот кофе, да, посмотрите. То есть обычно фаза активации, она ощущается хорошо, а потом хочется прилечь и подремать. И вот вы обычно легли, подремали так 20-25 минут, и потом встали и пошли. Если попьете водички, эта стадия укоротится. Но самое страшное, что в последнее время люди, не зная об этих механизмах, попадают в одну очень неприятную ситуацию. Учитывая, что большинству народа доступны только растворимые
сорта кофе, да? Очень многие надеются на то, что он купил хороший растворимый кофе, типа карт-нуар, там, да, значит, хороший кофе, дорогой. Сейчас я его намешаю и взбодрюсь. Мешает, бодрости не получает никакой. А через 20-25 минут начинается что? Теобраминовая стадия. Называется эффект 30-го километра. Дальнобойщик, собираясь в рейс в ночь, да, проскочить город, пока нету больших пробок, да, выезжает, как правило, в 4-5 утра в рейс, да, ну, в Санкт-Петербурге на кольцевую, там уйти на трассу, да, и поехать. Значит, соответственно, делает покрепче себе тормозок и послаще кофеек. Да. Перед дорожкой машет чашечку две крепкого растворимого кофе, садится за руль, ну, поначалу еще, пока он подвигался, у него все хорошо, но через 25 минут у него наступает теобраминовая фаза. К этому времени он отъехал примерно 30 километров от города. Что с ним происходит в этот момент? Все, он начинает получать классический теобраминовый эффект. Начинает спать, его начинает укачивать, да, потому что кабина мягкая, сейчас на КАМАЗах уже редко ездят, все в основном на Вольво, а на Вольво это мягкое сиденье, такая полоса, и он начинает дремать. Да, то есть воленс-неволенс, несмотря выспался ты не выспался, но теобрамин, учитывая, что это мощный алкалоид, он тебя все равно расширит те сосуды, все равно тебе эффект покажет. И вот за эти 20-25 минут с 30 по 50 километр отмечается максимальное количество аварий с участием грузового автотранспорта. Практически все фуры и трейлеры убираются на этом участке пути. Вот. Или, как правило, через полчаса после остановки в кофейне. Ночью остановился в 5 утра, попил полшестого, убрался в кювет. То же самое с товарищами, ездящими на машинах. Поэтому, если помните последние аварии, там все эти наши великие эти артисты, там, да, молодые мужики по 40 лет, семью нагрузят в багажник, притопят, да, кофейку возьмет, жена ему протянет чашечку, он выпил, попил кофейку. И все, привет семье. Поэтому категорически не рекомендую брать в дорогу растворимый кофе. Если берем, то берем заварной, хороший, с кофеиным эффектом, а лучше всего крепкий чай. Потому что крепкий чай, чайный лист не обладает теобрамином, там чистый кофеин. А зеленый? Зеленый в том числе. Зеленый не ферментированный, неважно, какой вы пьете, крепкий зеленый или крепкий черный, но важно, что нужно пить чай. Чай обладает кофеиновым, но не обладает теобраминовым эффектом. Да. А гранулированные сорта кофе нужно пить вечером перед сном, для улучшения сновидений. Не рекомендуйте их пить с утра. Это технология. Все. Технологию не обскачешь. Люди понять не могут, почему они все время засыпают с кофе. Я такой особенный, такой странный. Засыпаю. Ты нормальный, и я засыпаю. Все засыпают. Вот так. Но это делается, чтобы народ гипертоники не получал на кофеине подскоков. Да? Кстати, когда стали использовать гранулированные сорта, то смерть от гипертонических кризов резко пошла на убыль. То есть если это пьет обычный народ, товарищ, то ненормально. Вкус тот же, рецепторное соотношение примерно одинаковое, да, а вот гипертензионные стадии не получат. Поэтому гипертоникам тоже можно растворимый кофе.